Суть этой практики заключается в концентрации внимания. Главное оружие человека, который открывает для себя медитации, это внимание. Нам порой бывает сложно удержать внимание в течение всей практики, в течение всей медитации, потому что мы наш главный ресурс, внимание, растрачиваем по пустякам. Мы сбиваем голову ненужными мыслями. Мы отвлекаемся на всякие внешние факторы, звуки автомобилей, звуки птиц, посторонние шумы. Это все отнимает наше внимание. Цель практики черной точки – это войти в состояние сверхконцентрации, когда ты сосредоточен полностью. Ты можешь слушать звуки, ты можешь чувствовать запахи, но тебя ничто не должно отвлекать от практики. Твое внимание только на черной точке. В какой-то момент ты можешь почувствовать, что внимание ушло и начинает где-то гулять. Появились мысли, ты начинаешь отвлекаться, ты хочешь слиться, ты хочешь закончить эту практику. Если ты хочешь развить умение концентрироваться на задачах, умение управлять своим вниманием – это идеальная практика. Не сливайся. В течение практики могут появиться оптические эффекты. Волны начнут ходить по картинке. Точка начнет мелькать, передвигаться по экрану. Это не имеет значения. Смотри на черную точку. Запомни. Ты снайпер, ты смотришь в мишень и ждешь свою цель.
Если ты еще здесь, поздравляю, ты дошел до конца практики. Но это только начало. Желательно эту практику повторять каждый день, хотя бы в течение недели. И ты увидишь, что мир меняется, что ты меняешься. Опиши свои впечатления в комментарии, напиши, что ты видел и какого эффекта ты достиг.